Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня мы проведем диагностику автомобиля Volvo V50. Будем использовать диагностический сканер Easy Launch, который подключен к планшету Asus, и будем использовать обычный тестер для измерения напряжения. Жалоба клиента заключалась в том, что постоянно перегорают лампочки в фарах и постоянно садится аккумулятор. Включаем зажигание. Выбираем автомобиль Volvo. Сканер подключается к автомобилю. Выбираем автоопределение автомобиля. Машина очень хорошо, качественно нашлась. Запускаем полное сканирование всех блоков. Процесс пошел. В каждом блоке практически были обнаружены ошибки. Ошибки заключались в недозаряде, либо перезаряде аккумулятора, либо несоответствии напряжения, которое должно быть. Сами показания напряжения сети полностью соответствовали заданным на незаведенном автомобиле. Заодно почистили все ошибки, которые накопились за это время, чтобы они в дальнейшем нас не сбивали с толку. В процессе диагностики практически в каждом блоке выдавались эти ошибки, о которых я говорил ранее. Либо недозаряд от аккумулятора, либо несоответствие напряжения, которое должно быть во время работы автомобиля. Все говорило о том, что основная проблема заключена либо в генераторе, либо в проводке, которая связана с генератором, либо все же в массе. Вот эта же ошибка и в СРС-блоке, эта же ошибка была и в блоке приборной панели, и в комфорт-модуле, практически во всех блоках, которые связаны с этим. Решили завести автомобиль и проверить все те же самые показания на заведенном автомобиле. На заведенном автомобиле первоначально показывало напряжение блоков порядка 13 вольт, 13,5, потом падало до 12, иногда подскакивало до 15, чего явно изгорали лампочки. Второе подозрение упало на то, что неисправные щетки в генераторе. Вот, это я показываю, что иногда показывает нормально, иногда показывает не очень хорошее напряжение. Вот, это бы опять упало до 12 вольт. Как раз после этого я и подумал про то, что заключена проблема все же в щетках генератора. Вот, до 12 вольт упало. А что делать дальше? Необходимо проверить напряжение, которое по факту показывается на самом аккумуляторе и на генераторе. И заодно проверить массу. Открываем капот. Подходим, берем тестер, снимаем крышку с аккумулятора, меряем показания, которые присутствуют в данный момент времени на самом аккумуляторе. На аккумуляторе у нас показывает 12,5 вольт. Прошу прощения, что все же иногда отражается, не очень хорошо видно.
Проверяем массу. Меряем между плюсом и минусом аккумулятора и между плюсом аккумулятора и кузовом. Везде показания абсолютно одинаковые. У нас получается 12,5 вольт, 12,3, 12,5. То есть получается, что от генератора зарядка не приходит. Меряем на силовом проводе генератора. У нас показывает 13,8 вольт. Значит, все-таки генератор работает. Необходимо тогда проверить между генератором и минусом аккумулятора и кузовом. Между генератором и кузовом. Между генератором и кузовом мы имеем те же 13,8 вольта. А между аккумулятором и минусом аккумулятора мы имеем 12 вольт. Отсюда получается, что у нас проблема заключена, так как стартер машины крутится хорошо, проблема у нас заключена в проводе между генератором и стартером. В процессе замены провода было также обнаружено, что неисправен диод шотки, который стоит в блоке силовых предохранителей, который расположен вертикально возле самого аккумулятора. Проверяем диод тестером. Он не звонится ни в одну, ни в обратную сторону. Диод мертвый. Также подлежит замене. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк.